Приветствую вас на канале Жизнь в деревне. Сегодня мы вам расскажем два небольших секрета, как определить то, что бругмансия ваша будет цвести в ближайшее время. Этим можно воспользоваться при покупке саженцев в бругмансии. Уже по саженцу можно будет увидеть, зацветет у нас в ближайшее время или нет. Очень хорошо видно на данной бругмансии. Здесь две ветки. Одна ветка, листья и больше ничего. На второй уже появились бутоны. Один из основных признаков – это когда появляются ножнички на бругмансии. Значит, в ближайшее время тут будут цветы. Вот бругмансия. Она ничего не было. Появились ножнички. Раз, два. И появились бутоны. Если вы покупаете бругмансию и есть маленькие ножнички, значит, в ближайшее время она вас будет цвести. Второй признак – это несимметричные листья. У бругмансии, там где цветы, появляются несимметричные листики. Вот как бы кто-то вроде как вырезал. Вот. Вот. Также посмотрим. Здесь у бругмансии ровные листики, симметричные. Там, где будут цветы, сразу же появляются листья. Вот вы как видите, несимметричные. Вот такой небольшой секрет. Я думаю, он будет вам полезен. Здоровья вам, благополучия и побольше красивых цветов в вашей жизни. Побольше радости вам. Подписывайтесь на наш канал. Будет много чего интересного. Здесь бругмансия тоже. Раздвоения нету, вилочки, и бутонов нету. Также на этой просто идут ветки вместе с листьями. А вот рядом бругмансия, пожалуйста, идет раз ножницы или раздвоение, и сразу бутоны и цветочки. И также, если присмотреться, появляются вот такие листики несимметричные. Вот так.